Всем приветики, ребят! Да, всем привет! Это вторая часть, и сегодня я делю участь Рекса под дождем. Ну, мы, короче, решили прогуляться так под дождем. Просто интересно, каково Рексу так бегать под дождем. Я одел себе шубу, как говорится, кофту. Ну, так что у меня примерно так же, как у Рекса. Ну, Рексу как-то не важно. Да-да, мне не важно, мне теплее, чем тебе. Ну, повезло Рексу. Но я делю участь, как бы под дождем быть. Все-таки с Рексом, я хочу его подбодрить. Поэтому мы идем прямо вон туда. И садимся. Сюда. У нас, естественно, имеется вот эта крыша. И она вот так идет по кругу. Только там со сторон по бокам маленькая. Так что у нас не всегда будет получаться не попасть под дождь. Ну, как менее... Нормально. У нас одуванчик растет, не палаток. О, теперь норм. Для вас прошло минута, 9 секунд. А для меня прошло уже 10 минут, и я сижу под этим дождем, смотрю, как цветет подсолнух. Знаете, с каким-то моментом тут становится холоднее. Рекс, а тебе как? Ну, мне тоже так холодно. Ну, все равно нормально. Я уже так научился, придержался. Ну да, Рекс, ты придержался, а я тут первый раз под дождем так сижу. Ладно, мы пойдем прогуляемся до дома, ну, до того дома и назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, о боже. Ты куда? Я тебе не разрешал домой. Я не ухожу. А, я думаю, ты уже хочешь видео перестать снимать и не разделить мою участь под дождем. Ладно, о боже, а как еще Рекс сюда окунается? Ладно, мне этого не осознать. Дождь вроде начинает. Заканчивается то ли нет. Не, но он еще идет и такой примерно, ну нормальный такой. Миллисекунду одна капля так точно на землю попадает. Но мы придумали я задание. Я поменяю воду Рексу во время дождя. Сначала мы сделаем все в ускоренной съемке. Хозяин, я тебе помогу. Ой, какая водичка, извини, хозяин, не могу. Кыш. Ну вот, мы наливаем воду. Ой, какая водичка, ура! Ну, в общем, наша водичка наливается. Рекс там купается. Ой, какая веселая водичка, ура. А теперь мы все быстро зальем. Эх, водичка была прелестной. Так, а я напоминаю, быстро все делаем. Чик. Ну, а на этом мы налили ведро под дождем, и дождь закончился. Да здравствуй, солнышко! Ну, а что ж мне сказать? В принципе, все понятно. Это было ужасно. А вы подписывайтесь, ставьте лайк. Ту-ду-ду-ду. Всем пока-пока.